Местная федерация Ашихара карате появилась совсем недавно, хотя представители этого необычного стиля карате стали появляться у нас еще в начале нулевых, но со временем это течение было забыто. И вот Дальневосточная федерация решила возродить японский вид спорта и свела в бою больше сотни спортсменов. Мы стараемся развивать данный вид спорта. Федерация существовала с 1995 по 2005 год, потом была расформирована. И в 2016 году мы открыли стиль. Я съездил в Японию, аттестовался, и мне дали бранч-контракт на право преподавания ашихара карате, в принципе, во всем мире. В этом году федерации Владивостока и края вошли в Союз боевых искусств. И если прошлогодние соревнования были первенством города, то в этот раз статус повысился до чемпионата Дальнего Востока. 134 спортсмена соревновались на татами, чтобы выявить, кто лучше и сильнее. Ашихара – контактный стиль карате. Он сочетает в себе киокусинкай, дзюдо и айкидо, а также оригинальные техники и приемы. Основная задача – вывести противника из равновесия. Каждый боец демонстрировал развернутую технику согласно регламенту. Ведь на чемпионате присутствовали представители нескольких стилей, например, кудо, джиу-джитсу, будакай-карате. Нарушений не так много, хотя предполагалось, что да, будет очень много нарушений. Соревнования все проходят по регламенту, все проходит в рамках правил, чему мы очень рады. Я бы поставил по пятибалльной шкале оценку 5. Все организовано четко, все по времени. Очень серьезный призовой фонд, все очень красиво и здорово. Команда Владивостока неоднократно принимала участие в соревнованиях Японии, родоначальницы этого вида спорта, набираясь там не только опыта, но и занимая призовые места. Совсем недавно юные спортсмены вернулись с чемпионата России, где добились успехов. На Владивостокском ковре тоже не подвели. Я занимаюсь этим видом спорта, чтобы научиться драться, защищаться, и мне это нравится. Каждый пояс, чем выше, значит, тем больше твое мастерство, умение драки. У меня сине-желтая полоска. 7-й кью – это пояс полупрофессионала. Мне понравилось первый раз, когда я пришел сюда, и вообще защищать себя. Я готов выиграть, готов забрать первое место. Было очень сложно, я был против 4-го кью, но я проиграл, потому что мне сильно пробили, но то, что мой противник был сильным, я его уважаю, то, что он правильно все сделал. Не расстроен, это будет жизненный опыт. Я занимаюсь 4 года, приблизительно 4 года. Выбрал я этот вид на выбор. Папа предложил мне, ты будешь плавать или заниматься карате. Я на свой выбрал карате. 2 боя я выиграл. Осталось выиграть 3-й и 4-й. Настроение какое? Боевое? Да. Готов побеждать? Да. Чемпионат Дальнего Востока – это еще и отбор на следующий чемпионат России. По итогам соревнований будет сформирована сборная нашего региона, которая будет бороться за медали всероссийского первенства в следующем году. Дмитрий Беломестнов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.